Добрый день, дорогие подписчики, подписчицы и гости моего канала. В нашем сегодняшнем коротком видеоуроке мы с вами поговорим о режиме рекавери планшета Asus K00F. Как вы все прекрасно знаете, в любом Android девайсе есть режим восстановления Recovery Mode. Если устройство перестает нормально работать, зависает, перестает загружаться, то при помощи Recovery Mode можно выполнить полный сброс устройства, либо прошить новую прошивку. Итак, разберемся, как войти в режим рекавери на планшете K00F. Для того, чтобы войти в режим рекавери на планшете Asus K00F, делаем следующее. Во-первых, убеждаемся, что наш планшет выключен. После этого зажимаем одновременно кнопку «Громкость вверх» и кнопку «Включение блокировки». Держим. Как только планшет вспыхнул, одновременно отпускаем обе кнопки. Ждем. Появился мертвый робот. Теперь делаем следующее. Нажимаем кнопку включения блокировки. Через секунду громкость вверх. Ждем 3 секунды. Отпускаем громкость вверх. И вуаля, мы в режиме рекавери. Посмотрим на основные пункты меню Recovery. Навигация по пунктам выполняется при помощи качельки громкости вверх-вниз. Выбор при помощи кнопки включения блокировки. Итак, Reboot System Now. Перезагрузить. Apply Update from External Storage. Через этот пункт меню вы сможете прошить планшет прошивкой, которая находится на карте памяти. И Wipe Data Factory Reset. Это так называемый полный сброс. При выборе этого пункта меню вы получите устройство, как с коробки. Будут удалены все пользовательские приложения и данные. Выбираем кнопкой включения блокировки. Дальше в целях безопасности от случайного нажатия вам нужно несколько раз нажать кнопку вниз, выбрать «Да», удалить все пользовательские данные и опять нажать кнопку выключения блокировки. Как мы видим, идет форматирование папки Data, форматирование папки Cache. И появляется надпись Data Wipe Complete, которая говорит о том, что данные успешно удалены. После этого выбираем пункт меню Reboot System Now и опять нажимаем кнопку включения блокировки экрана. Планшет перезагружается, и после перезагрузки мы получаем устройство, какое оно было при покупке. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч!